Меня зовут Хадиева Шахзада Алимовна. Я работаю в 74-й школе, учителем начальных классов. У меня сейчас есть свой класс, 2-й Г. Я у них преподаю уже 2-й год. И что хотелось бы рассказать о системе Кундалик. Данную систему нам ввели еще в прошлом году, в марте, как экспериментально. Нашу школу выбрали экспериментально и решили попробовать пилотировать ее в нашей школе. Система прошла на ура у многих учителей, потому что действительно эта система помогала нам во всем. Она помогала нам правильно и вовремя выставлять отметки, заполнять быстро журналы. А если ребенок не пришел в школу по той или иной причине, в системе указана каждая причина. То есть, если ребенок заболел, это одна буковка. Если он пропустил просто по неуважительной причине, это другая буковка. То есть, настолько все продумано, настолько все сделано грамотно, что работать легко. Совсем недавно я скачала приложение также Кундалик и нашла тоже уйму плюсов. Потому что, во-первых, в первую очередь мне не нужно каждый раз входить в браузер и вводить заново код, пароль. В приложении это все уже готово, я смело захожу на свою страничку и спокойно ввожу свои оценки. А следующее это, конечно же, введение поурочных. Через приложение это гораздо легче, как оказалось, сделать. И, конечно же, главный плюс данного приложения это то, что, допустим, во время урока я могу ввести баллы. Я проставляю их в приложении, не подключаясь к интернету, когда подключаюсь к Wi-Fi. Потом это все загружается без единой ошибки, без единого сбоя. Это все уже стоит на самом сайте и смело вы можете это все контролировать и регулировать. Раньше, допустим, родителям приходилось срываться с работы, приезжать в школу, подходить к каждому преподавателю, спрашивать мнение каждого учителя о его ребенке. А сейчас же мы можем зайти просто на сайт своего ребенка, выбрать тот или иной предмет, и там будут указаны не только оценки, но также и примечания по тому, как ребенок занимался сегодня, в тот или иной другой день, как он себя вел и так далее. Ну и что касаемо самих учеников. Для учеников это, конечно же, в первую очередь появился шанс. Они могут не только, допустим, получить оценку и все, и забыть о них. Так в данной системе, наоборот, есть возможность исправить данную оценку. Если ребенок где-то поспешил, где-то что-то забыл, не учел, не сказал, то на следующий день он смело может исправить свою оценку и, конечно же, претендовать на лучшую отметку в четверти.